Муниципальная избирательная комиссия сформирована для дальнейшей работы. В рамках сессии депутаты открытым голосованием утвердили последнего кандидата, вошедшего в ее состав. Мы утвердили состав избирательной комиссии в соответствии с законодательством и в составе 10 человек. 5 человек нам пришло решение краевой избирательной комиссии, включили в состав. И 5 мы избрали здесь на сессии. Комиссия сформирована и готова для работы на очередной 5-летний период. В рамках сессии народные избранники рассмотрели и вопрос распределения дополнительных средств, полученных из краевого бюджета. Сумму софинансирования в размере 326 миллионов планируется направить на решение социальных задач, в том числе строительство школы в Верхней Беранде и детского сада в Лау. Софинансирование у нас предусмотрено в полном объеме. Деньги находятся в краевом бюджете. Соглашение мы согласовали, поэтому работа должна двигаться. Сам бюджет у нас составляет по доходной части с учетом межбюджетных трансфертов на 2017 год, с учетом данных уточнений, 10 миллиардов 443 миллиона. И, соответственно, расход у нас сбалансирован и без дефицита. Дополнительно 70 миллионов получит департамент городского хозяйства. Часть средств, в том числе, пойдет на ремонт глубоководного выпуска в Адлере. Решат вопрос и о продлении работы специалистов наркологического и кожвендиспансеров в муниципальных помещениях районов города. Бюджетное ассигнование решено увеличить департаменту транспорта. Речь идет о предотвращении банкротства МУП «Сочиавтотранс». О необходимости поддерживать муниципальные предприятия говорит и глава города. Если у нас существует невыгодные маршруты, то эти невыгодные маршруты будем компенсировать за счет местного бюджета. Без этого мы наш сочинский автотранспорт содержать не сможем. Мы уже сейчас запросили анализы и из управления экономикой, которое координирует работу не только автотранспорт, но и другие муниципальные унитарные предприятия. При получении этой информации мы рассмотрим его на социальных комитетах. То, что там сложное финансовое положение, да, причины будем анализировать. Профильные комитеты планируют провести заседание совместно с департаментом городского хозяйства. Речь пойдет о контроле работы автотранспортного предприятия и об оценке его экономической деятельности. Слушание назначено на 8 февраля. Рената Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.